Тамбов сегодня провожает первый фестиваль домрового искусства. Трехдневный музыкальный марафон «Прима Домра» закроет большим гала-концертом. А накануне зрители встречали квинтет четырех из Санкт-Петербурга. Удалось ли гостям из северной столицы доказать, что домра заслуживает звания «Примадонны русских народных инструментов»? Расскажу в сюжете. Мелодия песни Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов» в исполнении квинтета четырех невольно вызвала у зала улыбку. Знакомый мотив, сыгранный на балалайке, контрабасе, баяне и домре, ранее вряд ли кто слышал. Не говоря о провокационном симбиозе Иоганна Штрауса, Боба Марли и британской техногруппы «Продиджи» с нашим фольклором. А начали знакомство не с музыки, а с ответов на вопросы. Больше всего зрители хотели услышать историю становления коллектива. Ребята поделились, что самый первый концерт они дали, будучи второкурсниками Питерской консерватории, прямо на Невском проспекте. А дальше участие в различных конкурсах, телепроектах, преподавательской деятельности и концерты. Мы играем на русских народных инструментах, но также добавляем и электронику. И мы не ограничиваемся только жанром народной музыки. Мы играем современные, то есть джаз, фанк, хип-хоп. Добавляем это в наши аранжировки. По словам артистов, в мире звучит все, поэтому для извлечения звука используют даже посуду. Ломают, в общем-то, все стереотипы, которые есть по отношению наших инструментов. Они доказывают, что это современно, что это интересно, что это модно. Завершат фестиваль «Прима Домра» сегодня вечером в главном зале ТГМПИ. Выступают Екатерина Мочалова и Дарья Ковтунова совместно с Поволжским камерным оркестром. Елизавета Астахова, Глеб Червяков, Вести, Тамбов.